комментариях отзывы. Его. Чебоксары. Привет, Дзержинск. Наверное, один из самых волнующих моментов. Заказали кубки еще месяц, наверное, два назад. Не знаем, что там будет. Все-таки чемпионат России. Сейчас мы увидим. Вперед. Чтобы вы понимали, до финала гонки, до награждения осталось меньше, чем два дня. Но мы их только увидели. Завтра первый раунд. Я даже не вижу, что там происходит. Пообещали. Супер экзотичное. Я со всей командой это не обсуждал. Заказывал, можно сказать, почти лично сам. Потому что у нас, как правило, на команду уходит обсуждение несколько недель. Жень, знаешь, что скажу? Он нереально крутой. Но почему у Лайта должен быть такой кубок? Вот честно, я не пойму. Как парни, у Лайта должен быть такой кубок? Каждый по-своему старается. Парни только сели на мосик. Нет, Лайт? Они еще грязи пока не видели. Ну, вот не тот, кто займет первое место, он точно не Лайт. Он грязь не видели. Это у нас про. Про, это... Вот про заслуживает. В общем, тут логотипы и команды. Федерация, логотипы. Круто. Ну, наверное, я бы хотел такой. Я бы хотел такой кубок иметь у себя на полочке. Очень круто. У меня их не так много, но такой бы я был только за. У меня в руках кубок с первого места. Это путь бобра 2021 года. Что я скажу? Такой кубок просто так не достается. Это нужно не столько иметь сил, а сколько какого-то характера. Вот этот кубок получит настоящий мужчина, у которого характер наивысшая степень его каких-то возможностей. Поэтому победит только сильнейший. Да, я к Ване присоединяюсь. Я очень рад, что очень много, ну, так скажем, топчиков приедет биться за вот конкретно вот этот кубок. И конкуренция будет вышать высочайшая, особо в самом наивысшем классе. Вот, что касается по трассе, там, да, это самое, легко не будет, это я точно знаю. И из-за жары, которая планируется у нас завтра и воскресенье, будет просто вообще ад. Адская гонка. Что хочешь сказать, приложили много усилий, потратили очень много времени. Хочется, чтобы каждый из вас насладился трассой, насладился организацией. И чтобы победил сильнейший. Самое главное, что я вам желаю, это здоровья, побед. Сразу говорю, кубок каждому легко не достанется, это будет настоящая битва. Будет противостоять друг другу. Обязательно будьте солидарны на трассе друг другу. Всем побед, всем удачи. И хард эндуро. Друзья, буквально это вести с полей. Сегодня вечером пришли кубки, которыми завтра будут награждать на третьем этапе чемпионата России по эндуро-кроссу. И вот в окружении организаторов, смотрите, эти кубки только распаковали, они их сами только что увидели. И здесь есть и ответственные за трассу, и ответственные за все мероприятия, которые будут завтра на этой трассе. И даже есть видеооператор. Увидимся завтра. Кто видеооператор? Этой... Как кто? Как кто? Мы все. Y'all know my name, bitch. Y'all think I'm famous. Yo, this ridiculous, meticulous. Yeah, I'm ready, 10 deep, we dangerous. Yo, all about a dollar, that green, no scheme. All about your call, right, me, so mean. When I cry so hard, that my shoes fall. Пробыли, Дмитрий? Да, я. Все, удачи, спасибо. Активно идет, да, регистрация этих комиссий? Ну, сегодня поактивнее, да. Первый раз участвуешь? Да. Откуда? Сужно. Нижегородский? Да, я Нижегородский. Просто... В какой категории пойдешь? Хочу в хобби. Успехов тебе. Спасибо. Всем привет, мы из Москвы. Мы из Москвы полностью представляем салон Rolling Moto. Rolling Moto, Москва. Здравствуйте всем. Мы из Дубны приехали. Проверим, как мы сможем покорить ваши горы, нет? Ну, трасса очень серьезная. Я вчера смотрел, ходил и был даже порядком удивлен. Да. Мы тоже ходили, посмотрели финальный подъем. Тоже удивлены. Ой, готовимся, надеемся, что преодолеем его. Всем привет, я Перелыгин Андрей, приехал из Севастополя в этот жаркий Нижний Новгород с комаришками, вот такими мухами. А мы будем здесь кайфовать. Этот малоизвестный парень из Геленджика приехал. Всем привет, мы из Чебоксары. Друзья, сегодня буквально через несколько часов, а то и меньше, будет дан старт этой шикарной эндуро, экстрим гонки, путь бобра. И смотрите, кто здесь есть на площадке. Серега, Серега, это тот человек, который вообще все это мутил, замутил, родил и делал. Серый, здорово. Всем привет, я из Уфы. Московская область, город Электросталь. На победу рассчитываешь? Доехать бы. Привет, Дзержинск. Команда Хард Эндуро Дзержинск участвует в гонке. Путь бобра.
Первый раз в Ярославле на гонке. Ярославль. Всем привет, это Орехово Зуево. Вы откуда, друзья? Бактар. Технику катят на техническую комиссию. На период регистрации запрет на движение на мотоциклах, на заведение техники. Зарегистрировалось более 300 человек. Это даже рекорд. Очень широка география участников. Это и город Геленджик, и Подмосковье. Еще я слышал, что есть белорусы, но я их пока не нашел. Вот. А так продолжается регистрация, техническая комиссия. Видите, сколько техники, друзья. Вообще гонка будет очень жарко. Сейчас на улице 34 градуса. Гонка будет продолжаться порядка 6 часов. Будет очень жестко, будет очень, да. Но все это сейчас чуть позже все это увидите. Я думаю, сегодня будет очень жаркий день. Сидишь просто в тенечке, уже истекаешь потом. Ребята в экипировочке сегодня маленечко обалдеют, честно говоря. Трасса тяжелая, но она и априори должна быть тяжелой. Но нагрузочка сегодня физическая будет, нам не горит. Жарко, но классно. Я-то думал, он топливо смешивает, а он, видимо, лимонную жидкость готовит. Я думал, что вы смешиваете масло с бензином, а вы лимонный напиток готовите. Да, мотоциклы сегодня ничто, жажда будет все. Уважаемые господа и туристы, собираемся на брифинг. Смотрите, это трасса, путь бобра, и одной из их задач будет спуститься вот с этой горы, представьте. Вот отсюда они должны будут вниз спуститься. Это только красный. Вы серьезно? То есть, чтобы было понятно, очень-очень трудно даже спускаться, не говоря уже о том, чтобы подняться. Смотрите, вот они что делают. На веревках поднимают парней, на мотиках. Смотрите. Так, друзья, мне кажется, вы все увидели. Да, я просто очень-очень удивлен мощью участников. Я вот пешком поднимаюсь в гору, бегаю за ними, снимать пытаюсь. И очень устал. Плюс жара, эти 30 с лишним градусов. Да, но участникам отдельный респект за зрелищность, за мастерство, за настойчивость даже, я бы сказал. Спасибо, братцы, очень круто. Расскажите, что привезли? Привез удовольствие массу, довольны, классно все. Жаловались, что трасса типа лайт сложная, на самом деле она легкая. Ну а вообще жестко было, лайт или, так сказать, трасса?
Слушай, хобби, ну, это, блин. Вот наш хобби был вообще как бы ни разу не хобби. Как в прошлый год я прям проскакал этот трек, то есть вообще проблем не было. А в этом году что-то прям тяжело пошло. Ну вы постарались. Нет, трек прикольный, но, блин, такая жара, пипец. Ну завтра второй день соревнований, да. Ну, да, просто, хрен знает, надо пойти в лайт, наверное. Тяжело. Хобби тяжело нам получилось. Что случилось? Ты не добил гонку сегодня, да? Да. Хорошо стартанул со второй линии, обошел многих, но аккумулятор подвел на Авантисе. Слушай, завтра второй день будешь добивать гонку? Конечно. Участвуешь завтра? Конечно. А какой класс? Хобби. Все, желаем вам победы. Самой настоящей победы, да-да. Спасибо. Как завершили сегодняшнюю гонку? Гонку я не завершил. Что случилось? Шел на 6-м пункте, повредил плечо. Оттуда меня эвакуировали ребята. И мотоцикл, и меня. Спасибо им за это. Еще болит. Завтра день под вопросом. Гонка бомба, трек огонь. Надо тренироваться и кататься лучше. Что пожелаешь участникам? Всем проехать. Главное, без травм. У меня один вопрос. Да. Это лайт от всего остального чем отличается? Жесть. Ну, в первую очередь, ты знаешь, когда я финишировал, я упал, поцеловал землю, я понял, потому что со мной были и красные номера, и синие номера, мы все на последнем там подъеме, просто мы все уже, знаешь, такие, да, мы просто стояли и думали, ну что, ты поедешь, да нет, давай ты, да и не, я еще постою, ну короче, вот как-то так, и это было, это лирика была, да, ну как-то вот, все мы здесь в итоге, да, все финишировали каким-то образом, кто плюсом, кто минусом, ну не суть. Когда мы приехали, мы не хотели завтра никуда ехать. Ну, сейчас чуть-чуть посидели. Ну, завтра еще, да, попробуем еще поковыряться в вашем лесу. А класс менять не будете? А то там некоторые класс хотят. Можно в карту же записываться, потому что ничего там не меняется по схеме. Ну, смотри, значит, я когда финишировал, подхожу к финишерам, я говорю, парни, во-первых, первое, спасибо вам за организацию, спасибо вам за то, что вы подарили. И второе, что я им сказал, это не лайт. А они, знаешь, что мне ответили? Вот это, кстати, было очень сильно. Они мне ответили, пацаны, ну вы же должны расти. Короче, да-да, я понял, что они такое выдали. Ну, это просто пипец. Ананатор. Из города Сызрани мы, из банды Газа. По итогам первого дня, первое место. Леша, это третье место. Вот немного празднуем нашу небольшую победу. Вклад в развитие сызранского спорта. Всем привет. Эндуро Горький, спасибо вам большое. Трек супер, гонка супер кайф. Судейство первое место. Респектос вам, пацаны. Мы всегда к вам будем ездить от банды Газа. На ставку пива только организуйте. Только у вас пива, нихуя в лагере нет. Женя Хорев, директор гонки. Пиво где? Сызранская команда, значит, передает тебе привет и говорит о том, что нету пива на площадке. Что вы ответите им, Евгений? Не имеем права, нельзя, не разрешают. Сызрань. У нас все-таки... Сызрань. Да, Сызрань, привет. У нас все-таки чемпионат России, будьте культурнее, мы не пьем, не курим, не употребляем ничего. А вообще нигде не могли найти на площадке пиво, представляешь? Вообще нельзя. Спортсмен. Приехал на финиш, выпил там соль. Соль, про соль они тоже говорили. Изотоники, БЦА, все. Забудьте слово пиво, слово алкоголь. Это только слово для организатора. Давайте подытожим первый день соревнований. По факту финиш был еще часа, наверное, 3 назад, но гонка продолжается для многих. То есть у нас по факту зарегистрировалось больше 250 человек. Финишировало от силы человек 50 своим ходом. Финишировали прям конкретно человек 50-100 сошли. Человек 40 сказали, что завтра мы не поедем. Даже не заставляйте, даже деньги нам не надо. И гонка сейчас началась для команды «Эндуро Горький», для команды «Ночных волков». Идет эвакуация спортсменов. Это будет вплоть, наверное, даже до утра. Участники сегодняшнего заезда, первого дня, они вообще как бы очень в восторге и благодарят, так сказать, организаторов за сложный трек. Да, действительно сложный. Все говорят, что при обещанном неком лайте это был настоящий жесткий трек, поэтому на все вопросы, которые они адресуют к вам и говорят, что вы обещали лайт, вы им сказали, что растите, 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 да, а вы что думали? Что вы можете, как вы это комментируете? Ну, у нас, в первую очередь, не классическая эндуро, у нас хард-эндуро. То есть это жесткие условия, жесткая трасса. Вы занимаетесь хард-эндуро, вы знали, куда вы едете, знали нас, организаторов.
Вы знали то, что мы с приветом, с большим. У вас был профессиональный лайт. Учитесь работать командой, учитесь преодолевать тяжелые условия, трек. И просто быть увереннее в себе. Не надо плакать, то, что эта трасса тяжелая. Вы занимаетесь мужским видом спорта, хардингом. По-другому быть не может. А что все-таки с пивом для Сызрани? Сызрани, я так понимаю, это банда Газа команда? Наверное. Совершенно да, именно так, именно. Банда Газа или как мы их называем, Ганда База. Так что с пивом? Что с пивом, пацаны, ну что, завели тачки, съездили в горы, купили. Нам нельзя, вам значит тоже. Мы не пьем и вам не советуем. И завершился первый день гонки, путь бобра. Поздравляю всех гонщиков, кто добрался до финиша. Это было для вас очень сложно, для нас тоже, как организаторов, нелегко вас эвакуировать, тех, кто, у кого закончился бензин, у кого что-то сломалось. Вот мы, солнце почти садится, и мы только заканчиваем эвакуировать последних гонщиков с трека. Спасибо, что приехали к нам на гонку. Желаю вам завтра также успешно финишировать и всем отличной гонки. Ну, можно подвести итог третьего этапа соревнований по экстрим эндуро России, чемпионат России, который прошел в Нижнем Новгороде. Вот, первый день закончен, много народу финишировало, много народу не финишировало. Из-за того, что были сложные погодные условия, высокая температура, солнце, жара, люди не могли ехать, как полагается, водила техника. В итоге все понравилось, очень много хороших отзывов, понравился трек, понравилась организация. Всем спасибо, кто принимал участие. Мы тоже непосредственно принимаем участие в организации, проводим техинспекцию, помогаем, проводим контроль финишеров, вот, подводим итоги, будем участвовать в награждении, конечно. Всем спасибо, кто приехал, ждем в следующий раз. Всем удачи. Что рассказать? Ну, короче, день закончился, расскажи, да, когда. День закончился, день закончился, ну, для кого-то плохо, для кого-то более-менее, вот. Собственно, стартанули мы в 30-градусную жару, поехали, погрелись немного, и по результату первого круга я еду первый, оказалось. Где-то полкруга проехал лидером второго, и отказали тормоза, начал пропускать всех, и по результату приехал четвертый. Миша поймал термак, блядь. Миша поймал перегрев, и, к сожалению, у него, да, по итогу первого круга произошел сход. Чисто физухой? Да. Физуха, да? Не, физуха нормально, а перегрев поймал, и все. Ну, в смысле, сил до хера, а тело, короче, не слушается. Ну, температурный перегрев организма. Слушай, ну ты же с юга приехал. Ты должен быть готов. Я сюда ехал, надеюсь, что тут 20 градусов, что я здесь кайфану. Я сюда приехал, тут хуже, чем в Крыму в два раза. Короче, по итогу все нормально, силы есть, завтра, может, еще будет жарче, и... Тогда мы точно сдохнем. Ну, собственно, и подходит к завершению первый день соревнований. Братцы, я, как и все вы, живу в палаточке, вот моя палатка, смотрите, вот желтенькая, да? Вот моя палатка, я тут со всеми нашими ночую на лоне природы, общаюсь с комарами и мухами. Завтра у нас, значит... Второй день соревнований. Завтра у нас определится победитель. Я скажу, что экстрим эндуро, хард эндуро, да, хард эндуро 100% будет круто. Завтра будет реальный победитель, тот, который, сука, очень крутой. Ну, реально очень крутой чувак. Это первое место. Ну, я вообще не знаю, каким должен быть человек в натуре. Железным человеком для того, чтобы выиграть или пройти весь этот маршрут. Не подскользнуться, не поперхнуться, чтобы у него сдюжил мотик и хватило физухи в такую жарищу. Да, братва, это очень дорого стоит и очень круто, пацаны. Ну что же, завтра с утра мы увидимся с вами уже на линии старта.
вовремя свалил, и шлем не пристегнутый, да? Что-нибудь за трассу, за гонку? Ну, это лучшее, наверное, что я ехал. Лучшее, да? Да. Не, ну что, я улучшил свой результат. Вот. В прошлом году я вообще не приехал. А в этом приехал. И даже проехал туда и обратно. Сегодня меня вон накрыл мотоцикл, да, в одном месте немножко не удержал, курвануло на меня сверху, так что осталось мне на память. Вот, ну в целом все классно вообще. Молодцы. Че, идем поздравлять вас. Давай только без трусов. Без трусов снимай тогда. Я, в смысле, по пояс. Да, короче, еду я, еду. И все, тут бревно мне в лицо. Я уже не еду, я уже лежу. То есть ты сошел с гонки, выходит, что? Ну, я чуть-чуть ехал, да. Короче, мы вчера с Олежиком нашли внезапно термосок с самогонкой. Литр. После финиша первого дня. И очень хорошо поужинали. Да, поужинали этим термоском. И это нам аукнулось сегодня. Мы потеряли зрение и уехали по лайту. Начали не различать стрелки. Нам получилось, что мы желтыми, попутали с красными. И потеряли за это 40 минут. Потом всю дорогу догоняли, все. Ну, в принципе, на самом трудном месте так мы что, и догнали. Горьковчане, накосячили вы с разметкой или с самогонкой. Там же сами выбирайте, с чем, блядь. Ну, вы вчера пиво просили, вот и, так сказать, вам и... Нет, спасибо большое за гонку, супер кайф. Парни, и соревнования лизни бобра самое. Давайте, эндуро, горький. До скорых встреч. Всем салют. Ну что, сегодня гонка прошла. Очень чистая, вот обратите внимание. Вообще вот дождя не было, но я не знаю, вот ребята просто постарались, чтобы мы прочувствовали, что такое эндуро. Трек был на самом деле вообще не очень сложный. Вообще не очень, но понравился. Ну, мы бы сами не хотели ехать туда. Класс Лайт, будущие чемпионы, класс Про. Третье место. Мельников Иван. Иванович. Тамар. Вот через это бревно метр два я еще подпрыгнул вверх, короче, и ну, спокойно я заехал, как бы. Пацаны еще стояли такие, ну, зрители. Говорит, ни хрена себе, ГР-7. Второе место. Лайпанов Амин Магомедович. Ну и Кубок Чемпиона везет домой Ведерников Станислав Александрович. Да-да. За команду. Классов эксперты про, буквально пары подъемов. Было у вас нелегко. Вы молодцы, кто выдержал. Весь путь бобра. И третье место. Николаев Юрий Валерьевич. И Дмитрий Леонидович. И первое место. Байрамуков Сулейман Шурингинович. Эксперты, это уже серьезные ребята. Третье место. Китайский мотоцикл. Магомедов Шамиль Нуретдинович. Второе место. Олейников Алексей Игоревич. Так, призер. Класса эксперт. Number two. Алексей Олейников. Молодом из Геленджика. Ну и чемпионом в этом классе стал Борисов Олег. И это нам аукнулось сегодня. Мы потеряли зрение и уехали по лайту. Брателло, красавчик! Израиль! 3-4, авантис! Спасибо организаторам. Отличная гонка, шикарный трек, интересно, сложно, захватывающе была борьба, да, у нас прям. Был такой момент. Доволен, рад. Ну, к сожалению, не удержал первое место, но это гонка. Спасибо, всем привет. Всем спасибо за гонку, все было четко, очень понравилось.
Гонка «Путь бобра», я первый раз здесь. Трасса просто шикарная, но класс лайт немножко, скажем, сделали лучше, сложнее, но можно было это предпочесть даже классно больше в хобби. Каждым годом мы понимаем то, что у всех все это растет, мотоциклы более лучше становятся, но учитывая то, что люди приезжают на более маленьких и маломощных мотоциклах, надо было немножко изменить для класса лайт. Что можно сказать еще? Гонка супер, огонь, все мне очень понравилось. Несмотря на то, что я 4 раза за гонку поломался, вот, но результат, он есть результат. Хотели достичь большего, но радуемся тому. Вот, будем стараться дальше, идти дальше. Приезжайте к нам на гонку «Духовой лес 2021». Самарская область. Эндуро Горький, еще раз спасибо, кубок повез. Давайте, до скорых встреч на гонках. Ну что, забрали 3 кубка, везем в Геленджик. Гоночка зачет, трек интересный, победа за нами. Постоянно бы так возвращаться. Да. Но в последнее время в традицию уже вошло, Геленджик увозит почти все кубки. Ну что, друзья, вот я уже возвращаюсь домой с этого очень крутого и замечательного мероприятия «Путь бобра» 2021 года. Это 3-й этап чемпионата России по хард-эндуро. Хочу сказать огромные слова благодарности организаторам этого, я сказал, наикрутейшего мероприятия. Хочу поблагодарить за хорошую, приятную атмосферу, дружественную. Да, я бы сказал, что даже очень дружественная атмосфера, даже среди гонщиков и в лагере, и везде. Например, даже гораздо приятнее, чем в мотокроссе. В мотокроссе у нас какой-то постоянно командный дух, соперничество, а здесь все по лайту, все приятно, красиво, чисто. Тот адреналин, который я испытал, держа просто видеокамеру в руках, иногда помогая участникам где-то вытаскивать мотоцикл, где-то подталкивать, где-то просто предложить воду людям. То есть я бы сказал, что я кайфанул по полной, и мне кажется, я даже поучаствовал. Это самые настоящие железные парни, да, и всем участникам, и особенно этим парням, которые прошли всю трассу, да и даже хотя бы прошли те, кто прошел первый день. Выражаю огромные слова благодарности и хочу пожелать вам новых успехов, парни. Всем спасибо, благодарю вас. Будьте с нами, занимайтесь спортом.